И всем море приветов, дорогие друзья, и, конечно, позитива, потому что Нептунчик здесь, и мы продолжаем играть в Hotline Miami 2, неправильный номер. Итак, моя задача найти блокнот, потому что мой первый кончился, а мне нужно брать интервью у того чувака, да, к которому постоянно звонили подозрительные номера и подозрительные личности. А вот и блокнот. Так, я его забираю. Надеюсь, никто не против. Ну что, продолжаем? Так, хорошо, я вернулся, продолжай. Итак, сижу я, значит, там, жду, пока начнется процесс. И поверь мне, время движется медленно в заключении. Однажды ко мне пришли. И кто же к нему пришел 20 июля 90-го года? Добрый день. Кто вы, ребята? Я же говорил тебе, что он нас не узнает. Что вы тут делаете? Завершаем одно дело. Просто небольшая предосторожность. Кажется, она особо не была нужна. К сожалению, я не понимаю. Ох, мы не ожидали, что ты поймешь. Ну, пока мы здесь, можно и попрощаться. Что, попрощаться? Да, в конце концов, ты хорошо послужил нам. Но, похоже, твое время вышло. О чем вы говорите? До тебя дойдет, я не сомневаюсь. Было приятно тебя снова видеть, но, к сожалению, нам пора уходить. Береги себя. Так, видимо, это те ребята, которые мне звонили, да? Так, 20 уровень, друзья. Весь в крови. Возможно, я уже близок к завершению игры, да? Так, чувак, дай пройти. Я хочу выйти, я хочу освободиться из тюрьмы. Ладно, окей. Мне сюда. Ублюдки. О, баскетбольная площадка. О, читай молитвы, придурок. Что? Эй! О, блин! Что делать-то? Может, что-то надо взять? А может, молитву прочитать? Вау, ты чё, такой дикий? Ты чё, дикая кобыла такая? Дикая кобыла за мной бежит! О, мячик! Ну что тебе надо, блин? Паразит. Дайте мне какое-нибудь оружие. А, может, бутылку нужно поймать? Ну-ка, давайте поймаем бутылку. Кидайте что-нибудь мне, броу. Да что ж ты будешь делать-то? Вон они там реально что-то швыряют. Да кидай, я здесь. А, палку. Да. Ну что, ублюдок? Ну что, кто кому будет молитву читать, а? Прочел ли ты молитву на ночь до демона? Все, потопали. О, бунт, друзья. Настоящий бунт, куда пойдем, вниз или вправо? Правило правой стороны, потопали. Бунт! Круто. Эй, я говорю бунт! Опа! Эй, это было не круто. Да мать твою! Да что ж ты будешь делать? Да мать твою! Эй, вот так. Ну, что-то как-то прям вот очень не круто. Так, а с пушкой-то то только за стеклом, я так понимаю, да? Ну что? Так, ладно, начало положено. Бро, я здесь. Так, хорошо. Теперь у меня есть пушка. Тихо. Еще одна пушка. Зачем вы били заключенного, твари? Все? Эй, блюдок. А, я что-то еще подобрал. У меня есть еще пушечка, да? Так, шныряем сюда. Здесь, значит, есть еще один револьвер на всякий пожарный. Твою мать, какая же музыка четенькая. Все. В этом холле вроде бы безопасно, да? Хотя, не уверен. Дайте мне еще одну пушку. Мне одной мало. Да что ж такое живучий, скотина? Да.
Да! Дайте переоденусь, переоденусь! Дай переодеться, чувак! Так, у меня всего один патрон, нет права на ошибку. Я ее и не допущу. Хопа! О! Да ладно вам! Фу! Ладно. Меняем оружие. Вот твою мать! Ну, было круто. Согласись, да, брат? Вы только послушайте. Саундтрек просто потрясный. Как обожаю под это дело и убивать. Всяких проклятых янки. Зарублю! Дробовик, это неплохо. А зря вы всех заключенных поубивали. О! Фух, да, эпично, эпично. Ничего не скажешь. Добери его на мушку, да, давай. Опа! Так, кто еще? Псы войны. Убил, 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 убил. Надеюсь, нет? Так, надо быть крайне осторожным здесь. В коридоре вроде бы никого. Ладно. Два чувака, один на кухне бегает. Не знает, что ему делать. Один, нет, тут два, тут три. Тут три чувака. Поэтому безопаснее будет напасть на кухню, да? Что-то он замкнулся в себе. Ну, бывает, чувак. Ну что? Неожиданно, да? Ух ты, взять их форму. Да, этаж зачищен. Теперь я коп. Меня никто не узнает. Хорошо, пушка у меня заряжена. В бой. Ну они же, по идее, думают, что я их, да? А, теперь меня бьют заключенные. Ну охренеть. Нахера тогда я брал ту поганую форму? Причем они все какие-то дикие, вон, особенно тот чувак. Эй, у них это, у них ножи! И прочие какая-то нехорошая вещь. О! Да. Ибо нехер. Ибо нехер, говорю. Минус горло. Вот твою мать! Их тут очень много. Да что-то такое дикое, мартышка прям. Да не нагинайся ты. Вот и все. Я же говорю, не нагинайся, все будет чики-прики и дамки. Да? Бра. Окей. Хопа! Да ты должен уже подохнуть уже. Ой, ему отдал пушку. Нечаянно. Ползи, ползи. Хочешь, добью тебя? А, не получилось. Добить этого шлепка, добью тебя. Все, этаж зачищен. А, разбойники оказались слабые, да? Посмотрите, он что-то кровью написал. Ковард, то есть, видимо, прикрой меня, да? Ну, возможно, и не так. Здорово. Вот внезапная смерть. Что может быть приятнее, чем... А! Чем жирный ублюдок опять? Какого хрена ты жирный такой? Мне нужна твоя пушка, чувак. Ты не против, да? Я тебе ее возьму, позаимствую ненадолго. Все, подыхай. Я понимаю, что тебе очень больно, нужно подыхать. Опа. Так, ладно. Дайте мне обратно что-нибудь хорошее. Что-нибудь эпичное. Воу. Да. Я же говорю, смерть. Твою мать. Чуть не попался толстому нигеру. Ой, он уже не нигер. Но он все равно толстый. Мне нужна пушка. Здорово. Здорово, говорю. Так, как же мне его оттуда выкурить-то? Надо его напоследок оставить. Я здесь? Ой, твою мать, что я спиной-то стоял?
Так, замануху я тебе устроил, да? Тебе тоже? Фу. Зарежу. Буду резать, буду бить, все равно тебе оголить. Добро. Так, ладно. Там все спокойно, наверху вот один чувак. Как бы его вырубить? Так, допустим. Не знаю, правда, насколько это все хорошо. Он вроде бы ожил, да? А, потный нигер. Сдохни. Так, лады. Хопа. Ой, промазал, ну бывает, да? Так, еще какие-нибудь потные нигеры есть? Снизу, например. Хотя тут куча ребят со стволами, и это не круто. Мне нужен... Нужна бутылка. Сюда, бро. Уу! Я здесь. Что-то как-то они вот прям не хотят сюда топать. Да. О, не побежал. Хорошо. Теперь у меня есть его дробовик. Два патрончика. Ну, хотя бы... Да, уровень прочищен. Я сбежал с тюряги, друзья. Поздравьте меня. Побег и бунт прошел успешно. Я был единственный, кто полностью взял всю выгоду. Ой, готово, мы эвакуируемся, поэтому проваливай отсюда. А, меня отпускают. А, я же в форме, точно, я же в форме. Вот оно что. Ну куда мне утопать? Может в машину сесть? А, точно. Все. После этого, ну, больше особо нечего рассказывать. Если не секрет, куда ты отправился после побега? Думаю, что могу рассказать тебе. Я отправился на Гавайи. Поэтому мне и нужно, чтобы ты купил мне билет на самолет. Он не для меня, а для моей матушки. Ммм, как он заботится о своей матери. Я очень за нее переживаю. Она не может сама о себе позаботиться. Я надеялся, что ты поможешь ей добраться туда. Я понимаю, мне нужно проверить свой банковский счет. Так или иначе, я деньги достану, хорошо? Ты их заслужил. Я думаю, ты не понимаешь, насколько сильно ты помог. Ну, допустим. Что я буду с этим совсем делать? Дорогой Эван, я от тебя уже давно не получала вестей. Я скучаю по тебе, дети тоже скучают. Думаю, мы еще можем все исправить. Но я не могу жить с человеком, который ставит работу превыше семьи. Я все еще люблю тебя, ты... Ты тоже меня любишь. Пожалуйста, позвони мне, когда прочтешь это. Шерон. Давайте ей напишем или позвоним. Все ведь возможно, может быть хорошо. Так, и что? У меня все повисло. Алло? Где управление? Так, ладно, я так понимаю, что мне нужно переиграть, да? Как-нибудь мы это сделаем, да? Так, друзья, ну... В общем, у меня все повисло, переиграть я не могу. Для этого мне нужно будет заново пройти полностью 20 уровень, да? Ну мы его прошли. Можно сказать, все хорошо. Значит, 20 уровень пройден, и у нас открылась 6 глава. То есть, акт 6. Давайте начнем с него. Ну как начнем? Продолжим. Музыка ничего так, да? 18 ноября 91-го. Хотели видеть меня, босс? Да, у нас есть дело, сегодня вечером.
Какие дела? На 77-й улице. Он открывается завтра. О, круто, мочил его в стрип-клубе. Об этом я мечтал. И? Колумбийцы, они владеют этим местом. У них будет вечеринка по поводу открытия. Сегодня вечером. Только VIP-гости. Как вы узнали? А как ты думаешь, они меня пригласили? Возьми пушки, мы устроим им убойное веселье. Вы хотите начать войну с колумбийцами? Это точно хорошая идея? У них гораздо больше людей, чем у нас. Когда умер мой отец, они пришли и забрали нашу территорию, наш бизнес. Думаешь, я просто так это оставлю? Разве сейчас подходящее время? Более подходящего времени не будет. Пока мы ждем, они продолжают экспансию. Так, кто здесь босс, ты или я? Есть еще возражения? Вы босс. Я сделаю все, что вы мне прикажете. Отлично, идем. Вау. Круто. Я могу бить грушу. Потренируемся перед боем, да? Битва обещает быть пылкой и жаркой. Я, кстати, помню этого чувака. Помните, там один в начале прохождения отсюда увольнялся, да? Только босс сидел здесь и нюхал герыч, видимо, заворачивая в трубку доллары. Тем не менее, идем бить колумбийцев, они что-то обнаглели. Ну, это какая-то крутая мафия. Походу, это русская мафия, да? Вот герб России, вроде бы. Хотя не уверен, что это именно русская мафия, но тем не менее 21 уровень. И, друзья, готовимся. Саундтрек обещает быть жарким. А за кого играем? У меня только разбитые очки. А еще есть кастет и что-то там еще, возможно, удавка. Но у меня только очки. О, да ладно, это катана, друзья. Хопа! Музыка, бро, музыка! Реально неплохой стрип-клуб. Правда, где голые девочки? Почему нет голых девочек? Я заслушался музыку. Эй, подожди, а как катану-то взять? Дайте мне мою катану обратно. Да. Даже, знаете, не хочу брать пушку, потому что катана это круто. Так, ну здесь вроде бы никого нет. Нет, вот-вот-вот-вот мудила бежит. Да. Что ты не подыхаешь? Во, другое дело. Весело и задорно, подох. Нет, там у чувака пушка, вон, наверху. И тут пушка. Нет, здесь без оружия не обойтись. Нет, я могу его, конечно, выманить. Ага. Воу! Я его не заметил, он в кустах сидит. Паразит. Да что ты будешь делать? Я ж попал. Да! У него такой кулдаун, херу. Да вот что ты мажешь-то? Сюда, детки. Голову с плеч. Так, все. Это стенка, по идее. Воу, как это они так заметили-то? На.
Вроде попадаю, а вроде и не попадаю. Как-то очень подозрительно все. Давай сюда. Уу! Уу! Ха-ха! Обман и маневр. Так, блин. Там эти хряки вон в кустиках сидят. Убил? По идее, да, нет. Да, вот теперь я всех убил. Ну, куда пойдем? Давайте наверх. Эй, жирный ублюдок, стой, стой. А, собака? Да где темно, я нихера собак-то не вижу. Круто, конечно. Надо, короче, этого жирного валить. Сразу, да? Вот так. О, твою мать. Все. Вот другое дело. Где я застрял в стенке? О, промазал. Убивай. Вот теперь нормально. Теперь все эпик. Воу, а что это вы там, двери-то у вас нету? Какого хрена? Жизнь без дверей — это не круто. Собакеллу наконец-то убили. Да, твою мать. Да. Собакела вонючая. Да что ты, блин, будешь делать-то, твою мать? Чем тяжелее, тем интереснее играть, да? Вау, я убил телек. Но я не хотел этого делать. Так. Опа. Сюда, детки. Вот реально в темноте собакил-то не увидишь. Раз только пагрить ее. Может, она уже подохла? Как это круто. Так, окей. Что у нас там дальше? Один чувак здесь. На танцполе еще кто-то есть. Собакил вроде нет. Что? Я думал, там дверь. Вот здесь главное сплоховать. Чувак, запомни, что у него нету ничего. Точнее, я имел в виду, нет у него двери. Так, здесь нормалек. Вип-зона, да? Уу! Видал фишку? А тут только стекла. Понял, да? Уа! Завалил, ублюдка. Так. Я, пожалуй, возьму с глушаком. Очень полезная вещь. Так, верх мы зачистили, да? Теперь гоу на подиум. Ой, вот тут одни потные нигеры бегают. Все, отдыхай. Этап завершен. Да, три потных нигера. Это, видимо, была конкретная випка, да? То есть им только самые лучшие девочки доставались. И они там в тричка развлекались. Да, уж пошловато звучит. Ладно, возвращаемся. И что мне дали? О, кастет. Мы открыли кастет. Хорошо, мы разыграли этих мерзавцев, да? Стоит отпраздновать, как думаешь? Не знаю, босс. Ты не знаешь? Что это, блин, значит? Наверное, я отправляюсь домой. Увидимся с вами завтра, окей? Почему это? У тебя все нужное здесь, разве нет? Мне нужно домой к своей девушке. Сегодня был длинный день. Ага, это тот чувак, который в будущем-то
От них утопал, вот оно что. Здесь постоянно времена меняются, да? То есть прошлое, настоящее и будущее. Разные действия с разных точек зрения. Эта девочка тебя крепко захомутала, да? А знаешь, настоящему мужчине не нужно полагаться на женщин. В этот момент, когда ты начинаешь зависеть от кого угодно, тебе крышка. Кроме того, твоя девушка слишком хороша для тебя. Однажды она прозреет, и вот увидишь. Ну, это не мое дело. Иди домой, если хочешь. Ладно, до завтра. Прежде чем ты уйдешь, я кое-что тебе оставил на столе, за дверью. Купи своей девушке что-нибудь красивое, ладно? Ну, мы-то знаем, что с ней произошло, да? С этой девушкой, она обокрала меня, эта стерва. Что-то, говорит, за дверью. Что это, зелень? А, это баблишка. Точно. Ну все, всем пока. Так, 7 декабря 91-го, да? Ладно, ребята, час настал. Сегодня мы разбогатеем. Мы сможем делать все, что захотим. У колумбийцев не останется ничего. Они привыкнут бояться нас. Тост за нашу новую жизнь, за королей улиц. Выпьем же. О, у меня есть бодигварды. 2 бодигварда. Эй, а куда один бодигвард? Это как понимать? То есть он убежал сквозь стенку? С моими деньгами? Охренеть! Хороший у меня бодигвард. Друзья, в общем-то, я предлагаю здесь поставить паузу, а все, что будет дальше, мы узнаем в следующей серии прохождения Hotline Miami. Возможно, это будет последняя серия, 10-я. Да? Прохождение на 10 ровно серий, это круто. Всем здоровья, друзья, всем позитивчика, поставьте пальчики вверх, поддержите видео и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока-пока.